кожи только продавцы. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Аптека переехала. Теперь здесь обувь люкс. Ну, отлично. Тогда я могу рассчитывать, да, на это сама. На понимание, квалифицированную помощь в решении моего несложного вопроса. Какого вопроса? У меня возврат. А что не так? Да вот, сапожки ваши не подошли. Как не подошли? Абсолютно не подошли. Они это, разного размера. Как это разного? Абсолютно разного. Я сначала думал, может, это проблема с моими ноздрями. А потом такой, а не, погоди, Сура, ты живешь с этими ноздрями 35 лет. 30 лет на них ходит. То есть вы пошли в 5 лет? Нет, там в 27 был перерыв небольшой. Из-за футбола. Травма. Фанаты не в тот сектор сел. Травма. Все, давайте, оформляйте возврат. Ой, ну не надо так нервничать. Попейте чайку лучше. Попейте чайку. Спасибо. Надеюсь, чай у вас нормальный. Водичку не придется возвращать. Хороший травяной чай. Ну-ну. Ну давайте посмотрим, что там у вас. Давайте, смотрите. А коробка где? А в коробке я вчера похоронил своего хомяка. Я как принес домой эти ботинки, достал их из коробки. Он на них посмотрел, говорит, ой-ой-ой, какой ужас. Схватился вот так за сердце, забрался в коробку и там сдохнул. Так что коробку я возвращать не буду. А, так ну успокойтесь. Попейте чайку. Попейте чайку. Ну давайте посмотрим, что не так с вашими сапожками. Кстати, вот эта самая фотография хомяка моего. Ой, не надо, уберите, пожалуйста. Да не, он же мертвый, вот, видите. Я боюсь хомяков, уберите, коробку, пожалуйста. Коробку узнаете свою? Да коробку узнаю, вы посмотрите. Хорошо. Лучше сюда. Что? Ну что, они абсолютно разные. Добрый вечер. Ну, собственно, вы мой текст говорите. Я поэтому и присол к вам, что они разного размера. Они в принципе разные. Да они разного фасона. Бодочки. Разного цвета. Ёлки-палки. Это мужской, этот женский. Да вы что? И они оба левые. Ну хоть тут совпало. Просто я только поэтому и долго до меня доходило, что они разного размера. Да, конечно. Ну что? Ничего себе, вы сразу сколько дефектов нашли. Сразу видно, профессионал. Ну да. Ох. Что, ох? Тут еще и ценники разные. Конечно, я их не снимал специально, я предусмотрительный. Ничего себе. Да. Это 4000, это 2. Да, с меня взяли за оба 6. 6 тысяч? Да, так что гоните 6 штук. Быстро. Покажите чек, пожалуйста. Слушайте, это обязательно? Это очень желательно. Слушай, какой ты нудный, а? На, держи. Так, что здесь? Сметанка, йогурт. Это из продуктового чек. Слушайте, я вам не чек сдаю, а ботинки. Ботинки из вашего магазина, а? Из нашего. Все, давайте, гоните деньги тогда. Да не нервничайте вы так, попейте чайку. Попейте чайку. Хоть какая-то польза от вашего магазина, я не знаю. Даниэль, ты не видел вторые половины от этих пар, а? Марго, погоди, не до тебя сейчас, тут мальчик, у него возврат. Да, порисайте как-то сами свои проблемы сначала, уже потом вернее. Мне парикмахерскую надо, у меня там тоже возврат. Видите, что они наделали? А что они наделали? Что, вообще не подстригли ничего, так и было. Я понял. Слушайте, давайте уже быстрее созарисать.
А, ну давайте, я предлагаю нивелировать разницу между...